Свой юбилейный вечер вы устроили накануне праздника Святого Валентина. Для вас Святой Валентин, католический праздник, приемлемый? Если праздник людям доставляет радость, пусть он будет, что это, разве в этом есть что-нибудь плохого? Если они в этот день больше будут целоваться, больше будут друг на друга, как бы, друг за другом ухаживать, дарить подарки, цветы. Это же здорово. А вот георгиевцы заявляют, что это католический праздник, чуждый нам, и мы не должны его отмечать. Надо свой православный праздник. Пусть они отмечают свой православный. Зачем кому-то указывать, что надо делать и как надо делать? Ну, это неправильно. Ну, давайте сжигать этих людей, кто, допустим, справляет. Я сам православный человек. Если человеку нравится справить День влюбленных, он может и не знает, что это католический праздник. Просто он слышал, что День Святого Валентина – это День всех влюбленных. Вот надо с этого начинать. А так, пожалуйста, создайте православные праздники. Кто-нибудь, это лишний праздник, поверьте мне, никому не помешает. Маргарита, Маргарита, Маргаритка, почему я не ковбой? Это самая последняя попытка. Знаменитый психолог утверждает, расскажите ваши любимые анекдоты, я скажу, кто вы. Человек приходит к своему другу, ветеринару, и говорит, слушай, у меня беспрецеденты, слушай, говорит. Говорит, что случилось? Говорит, у меня, говорит, кошка забеременела. Моя кошка вообще не выходила во двор, она даже не выглядывала во двор, у меня там решетки, так. А как она забеременела? А вот, говорит, забеременела, говорит. Можем, говорит, что-то очень большую премию какую-то там найти. Уже он уже думает, сколько чего, налили уже коньяк, уже определили, куда вкладываться эти деньги. Вдруг открывается дверь, и заходит большой кот такой, и садится так, и смотрит на них. А это, говорит, кто, говорит, как это, забери кот у тебя дома. Как ты мог подумать, такой в моем доме, это же ее брат, говорит. Еще есть такой анекдот, человек приходит домой, с командировки, раздевается, уставший такой, повесил там шарф, шапку там одел, там разулся, там зашел, там, раздел пиджак, открывает шкаф, а там сидит голый мужчина такой в очках. Так смотрит, говорит, слушай, сколько раз я тебе должен сказать, полгода, как я с женой развелся, не живет она здесь больше, достал ты меня. В ледниковом периоде вы сыграли подручного бандита главного. Говорят, что вам много предлагали ролей подобного рода. Как лицо кавказской национальности, мягко говоря, и обязательно бандит. Как будто все кавказцы, все бандиты, все какие-то там злые, все. Понимаете? Понимаешь, я его как Шерлок Холмс вычислил. Это гаденыш этого. Слушай, пацаны, мне может... Ментуру подоса следователям по особо важным делам. Я читал, что в детстве вы мечтали то быть защитником животных, то криминальным авторитетом. То окружение, которое было вокруг меня, они были все как Робин Гуды. В газетах появляется сообщение, что Грузия стремится войти в НАТО. Я лично хочу, чтобы Грузия всегда была братской страной для России. Это мое видение. Здесь мои дети, я доверял, всегда доверяю до сих пор России. Я благодарен России. Я смеюсь, я живу, этот воздух добром согрей. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя Россия. Успехов вам. Спасибо нам всем, мои дорогие. Храни Бог вас.